Итак, всем привет, всем здравствуйте. Продолжаем работать над Демонессой. Перед тем, как стримить начать, перед стримом, собственно, я взял, запек ей новые текстуры. Вот, карту нормали я использовал от главного героя, да, она вполне себе подходит ей. А вот карту цвета я сделал ей, запек, вернее, новую. Вот, и по этой причине сейчас она выглядит еще лучше, чем до этого. Вот, Демонесса потихонечку оживает, так что, Демонесса, познакомься. Это аудитория. Аудитория, познакомьтесь, это Демонесса. Вот, собственно, на этом стриме, так она у нас сейчас выглядит, да? Таким вот образом я ее где-нибудь сбоконьку здесь поставлю, пущай стоит, пущай привлекает внимание. Вот так, давай сюда. Ставься сюда, будь здесь справа сбоку. Так, здесь что у нас? Давай, Scene Lights. Ага, во. Вот так вот, пущай справа, она у нас тут стоит. И глаз немножечко радует. Вот так. Так, хорошо. Сейчас чекну звук. Чекну звук, что он там как. Немножечко радует. Вот. Ага, хорошо. Звуком, со звуком тоже все отлично. Продолжим немножечко ретопить симбиота для нее. Так, не зависай. Так, ага, о, все отлично. Юрий Малов, привет, привет, привет. Так, перед стримом я тоже сделал ему много новой топологии. Вот, но прям всю сделать ее не успел. Но, собственно, не беда. Тут немножко осталось доретопить. Так, подожди. Так, вот выделяйся. Так, ага, вот оно. Так, а вот здесь так вот скроем, пусть она у нас тут просто справа будет, аки портрет. Так, Юрий Малов, я же говорил привет, да? Привет. Вот, отретопил ему вот эту вот часть, где пузико находится у симбиота. Собственно, вот оно. А, так, волос отлично смотрится. Как ты густоту у корней обеспечил? Юрий Малов, ну, стандартная практика, просто подложку нарисовал ей. Просто подложка, без подложки никак, обычно. Ну вот, если волосы уберем, то вот тут у нее макушка покрашена темненьким. Так всегда делают, потому что, ну, как правило, вне зависимости от того, какое количество волос на голове у персонажей, все равно лысина, она просвечивается. Вот. Можно, конечно, сделать волосы супер густыми, и тогда ее не будет видно, но это не даст нужного эффекта, а урон по производительности весьма такой серьезный будет. Хоть и волосы сплайновые отлично в Unreal оптимизированы, все-таки плашки рисовать по-прежнему стоит. Ой, вернее, не плашки, это подложку, подложку. Вот, да, поэтому подложка — это стандартная практика, она везде всегда используется. Ну, собственно, никаких минусов у нее нет. Там даже если по игре задумано, что персонажа побреют на лысо, ну, не проблема, там заменишь текстуру на лысую голову без проблем. Вот, а так больше плюсов, нежели минусов каких-то. Поэтому оно используется всегда. Так, собственно, да, я вот здесь закончил перед стримом, когда ретопил. Так, давайте продолжим тут это делать. Так, ага, все, привязка настроена, все настроено, отлично. Так, здесь у нас заканчивается мышца. Можно вот таким вот образом это здесь организовать, да, сразу наметить. Типа, как у нас тут должна закончиться топология. Вот так вот. Так, скринкаст кис я включил. Да, все, отлично, они отображаются. Единственное, что они такие маленькие прям. Ну-ка. О, давай такие вот большие пусть будут. 50. А, 48, да, максимально. Ну, хотя бы. Это максимальный размер, если что. Ну-ка, размер мышки. Ну, вот так. Так, сделаем 50. Не, 70. Так, хотя бы вот эти настройки, я надеюсь, сохранятся.
Вот так хорошо. Так. Да дело в том, что идеально лысой головы бритьем добиться непросто. Идеально лысая голова — это из которой выпали волосы. Ермолов, ну да, 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 там какая-то щетина все равно остается. Даже если побреешь, да, она там будет гладкой буквально день-два, а потом волосы начнут быстро обратно регенерироваться, отрастать. Ух ты ж, ядрить, какие тут крупные надписи. Ничего себе. Так, давай 30 сделаем. Так, подожди. Давай, сохраним тебя. Сохраним. О, отлично, стрим начал, смс-очки пошли. Все, хорошо, да. Сейчас звоночки пойдут. Самое то, отлично, да. Это прям как какой-то эфир на радио начинается, да, и сразу... Звонки от радиослушателей. Вот так. Ой, как красиво, кстати, закончилась здесь топология. Вот прям вот это вот идеальный вариант. Так, можно немножко подраспределить. Вот. А насчет, кстати, крыльев. Все еще думаю, как лучше сделать. Но пока склоняюсь к тому варианту, что я на этой стороне отретоплю лишь кости и мышцы, да? А вот эту саму кожу ретопить не буду с этой стороны. Пусть она будет односторонняя. Во-первых, это сильно упростит жизнь при скининге. Да, то есть в любом случае какое-то несоответствие весов на этой стороне и на той стороне будет. И, соответственно, при сгибании вот этих вот суставов передняя часть может пролезать сквозь заднюю, ну и наоборот. Этого не хотелось бы. В целом, конечно же, можно добиться того, чтобы они обе работали синхронно, классно и прикольно, но а зачем? Ведь есть еще один плюс, который вырисовывается, это... возможность использовать на такой вот односторонней поверхности не Subsurf Rescattering, а Translucency, который более дешевый по ресурсам. Но я имею в виду что? Что когда сзади светит свет, да, здесь, соответственно, просвечивается все, тени какие-то падают и так далее. От, ну, от стен, там, от колонн, допустим. Их тени видно на этой стороне, да. Вот. В то время как SSS делает то же самое, но он чуть-чуть подороже по ресурсам. Вот, а так, считайте, можно наложить такую же Translucency, как накладывают на траву, там, на листья, допустим, да, в играх. Вот, собственно, ее, наверное, будем использовать. Так, Женя, можешь рассказать, как определяется уровень квалификации 3D-шника? Кого считают джуном, кого мидлом, кого продвинутым? Здесь, во-первых, по качеству твоих работ, да, судят. Когда ты взял, что-то сделал от... самого нуля, от идеи до финальной реализации, допустим, до вставки в игровой движок, и после тебя не нужно ничего править, то ты, ну, хороший, продвинутый, классный 3D-шник, 3D-дженералист, да, так это называется. Вот, причем сделал ты все сам, ты смоделил, ты, то есть, ну как, давай с самого начала. Вначале ты, допустим, наконцептил что-то, накидал идею, обсудил это с коллегами, с ребятами из команды, все согласились, например, ну вот, давай на примере Демонессы. Вот, у меня есть концепт, давай я сейчас даже буду его показывать. Так, load recent, вот она, Лайла. Ну, допустим, да, нарисовал такой концепт, обсудили со всеми, все говорят, круто-круто, либо говорят, давай вот это подправим, ты такой быстренько в фотошопе или где еще там это подрисовал, все, все одобрили, сказали, круто-классно, давай это реализовывать. Ты пошел там в ZBrush или куда угодно, отскульптил, сделал ретопологию, ну, промежуточные этапы тоже желательно обсуждать с командой. Вот, это все... тоже было принято остальными товарищами твоими по цеху. Вот, ты оттекстурировал, сделал этому персонажу скиннинг, рик, подготовил это к анимации. Вот анимация, как правило, это немножечко отдельная такая тема, и этим все-таки отдельные люди занимаются. То есть, если ты умеешь делать вот это все, и плюс еще анимировать, то ты вообще красавчик. То ты чуть больше, чем 3D-дженералист. Но, как правило, анимация в
данное определение редко когда входит. Вот, то есть ты сделал все, выдал готовый продукт. Все, ты 3D-дженералист. Чуть пониже, middle, да? Мидлу уже обычно дают концепты. То есть есть концепт художники в команде, как правило. Они придумывают идею, они тоже это все дело обсуждают. Вот, middle это просто такой добротный специалист. То есть он умеет скульптить, умеет моделить, умеет, понимает в UV-развертках, вот, но он не движущая идейная единица в команде, скажем так. Потому что всегда самая дорогая штука – это идея в любом проекте. Вот, техническая реализация, она, как правило, отходит немножечко на второй план. Просто она подразумевается сама с собой. То есть, ну, если ты технически не можешь реализовать, ну, сорян. Тебе как бы не к нам, да? Вот. Middle, он, как правило, реализует чужие идеи. Реализует чужие идеи, но на хорошем уровне. Он может не знать какой-то из этапов или делать его недостаточно профессионально хорошо. То есть, допустим, он смоделил идеально, отретопил идеально, а вот в плане текстур материалов у него есть некоторые затыки. Здесь приходит на помощь, как правило, 3D-дженералист какой-нибудь, да? То есть, как правило, 3D-дженералист, он немножечко повыше рангом, чем все остальные 3D-шники, и он, ну, не сказать, что прям на руководящей должности, но через него могут, ну, там, высшее руководство может доносить какие-то свои идеи, посылы, вот, он отчасти может отчитываться за работу команды и так далее. Вот, то есть, недостающие этапы доделывает уже 3D-дженералист. Вот, ну и джуниор – это человек, который, ну, еще учится. Который еще учится, он сам ничего не придумывает. Ему дают, как правило, не сюжетно значимые, если мы, опять же, игру рассматриваем вещи, да, то есть, главного героя джуниору не дадут делать. Медлу, не факт, что дадут делать. Он может делать бочки, он может делать вилки, поварёшки, какие-то камушки, в общем, такие немножко второстепенные и простые вещи в проекте, но которые, тем не менее, нужны. Собственно, как-то так. Естественно, везде все отличается. Нельзя вот прям вот этот шаблон, который я рассказал, примерить под любую абсолютно команду. Но так, для общего понимания, я думаю, это сойдет. Вот, есть еще технические артисты, да, то есть тех-артист, как правило, в командах. Тех-артист — это такой человек... Ну как, есть про это даже шутка, что техартист не умеет ни рисовать, ни программировать, но получает он больше, чем те и другие. Техартист — это такая связующая штука, такая связующее звено, во, между программистами и художниками, артистами, да? То есть техартист, он понимает, как делать 3D-графика. И понимает, как это программируется. Соответственно, он берет мысли художников, то есть, например, большая компания, да, она свой движок разрабатывает, никакими там Unreal Engine'ами не пользуется, у них все свое. Художники ревут, говорят, нам срочно нужен параллакс в движке, жить без него не можем. Программисты, как сказать, они не всегда понимают нафига. Так вот, техартист, поскольку он наполовину художник, он понимает нафига, что это даст и как программисту, во-первых, объяснить надобность этой технологии, а во-вторых, как это должно быть реализовано. Так, сейчас я тут заболтался про иерархию, про пищевую цепочку, про человеческую многоножку в 3D. Сейчас закончу. Всем привет, привет. Зельберман, привет. Димашка, привет.
Вот. Так, что я говорил? А, про тех артиста. Вот, то есть он берет абстрактные, сумасбродные мысли художников и конвертирует их в какой-то алгоритм действий для программиста. Программист такой алгоритм получил, ему более-менее все насчет этого понятно, начал это программировать. По ходу программирования техартист постоянно теребит программиста, говорит, ну, во-первых, ну чё, как там, где, готово, не готово, а во-вторых, он тестирует то, что напрограммировал программист. Вот, тестирует это уже, ну, на каких-то реальных юзкейсах. Блин, какое русское слово можно подобрать? То я не особо люблю англицизмы, но их в 3D-графике дофига и больше. Она вся из них состоит. Даже слово 3D это 3 dimensions, а не 3E, 3 измерения. Ой, юзкейсы, ну типа случаи применения. Ну блин, это не так описывает правильно, как это могло бы быть. Короче, на реальных примерах он данный код тестирует. Если окей, то что с первого раза никогда не бывает, это абсолютно утопичная ситуация, не верьте, если так бывает. Так не бывает. Бывает так, что что-то вроде работает, но лучше бы не работало. Вот, соответственно, он говорит, что вот это ок, но сильный удар по производительности, допустим, да? Давай на этом сэкономим, это улучшим и так далее. Вот. И, соответственно, программист дальше допиливает, дорабатывает. Ну и в итоге, рано или поздно, это все добирается до юзабельной. Опять же, классный англицизм. До удобной фичи, до удобного инструмента, которым уже могут пользоваться художники. Так, все. Я выплеснул багаж знаний. Так, поздоровался, да, Зильберман, привет, Димашка, привет, да, говорил ты такое, помню. Так, сиськи в креме, это да. Блокировки уже в рендере. Ой, да. А по уровню ЗП как различаются эти квалификации? Примерный уровень можешь обозначить? Тут зависит от города, но в случае с Россией немножко все проще, потому что 3D-шники в 99% случаев работают в Москве. Вот. Но, кстати, сейчас неплохо развивается Воронеж в плане 3D-индустрии и Питер. В целом, ну тоже да, наверное, по количеству вакансий можно так распределить: первое место Москва с большим отрывом, потом идет Питер, а потом идет Воронеж внезапно. Вот Воронеж, что-то в плане 3D-шки, я не знаю, какие причины, но там прям и у Mail.ru есть достаточно большое подразделение, да, игровое, и еще там что-то какие-то всякие компании тусуются, по какой причине не знаю, но в общем Воронеж, он что-то в 3D-графике преуспел. Вот, по уровню зарплаты буду говорить московский, потому что остальные я не знаю. Полагаю, что они, ну, чуть поменьше, вот, чем московские. Вот, если мы берем джуниора и берем, опять же, среднестатистическую компанию, потому что, ну, по-разному бывают везде. Вот, если брать джуниора, то где-то медианная зарплата это 35 минимально, наверное, меньше я не встречал, хотя наверняка есть. 35-50 где-то так, допустим. Вот, дальше идем к мидлу. Мидл получает, ну, соответственно, от 50 где-то до 80. Здесь разброс больше. Вот, если идти к дженералисту, или к синьору, да, то тут разброс еще больше получается. Тут где-то от 80 до 130 примерно. До 130. Вот, если брать лида,
то тут уже от 130, да, если взять эту планку, до 220. Тут вообще гигантский разброс, ну, так вот, чисто как я встречал, какие зарплаты, и как сам я рос в этом, во всем деле. Вот примерно так. Сильно зависит от компании, сильно зависит от того, чем она занимается. Вот, опять же, что могу сказать? Если хотите зарабатывать на 3D-шке, то вам не в геймдев. Вам не в геймдев. В геймдеве зарплаты ок, конечно. Но делая меньше, вы будете получать больше не в 3D. Ой, вернее, не в игровой индустрии. Не в игровой индустрии, а в банках. Ну да, в банках, кстати. В банках, в компаниях, которые связаны... Ну, с IT они тоже связаны, да, но не с геймдевом связаны, скажем так. Там различные всякие... Что там? Ну, безопасность там. Какие-нибудь там базы данных, все вот это, всякое разное. В общем, больше всего вы будете получать в банке, скорее всего. Либо в страховой там какой-нибудь, да. Вот, в геймдеве зарплаты хорошие, но ниже. Ниже, чем в банках, например. Вот, ну, естественно, в геймдеве интереснее. Ну, тут просто еще это одна из причин, почему в геймдеве зарплаты ниже, потому что нет большого дефицита в специалистах, потому что, ну, скажем так, все хотят в геймдеве работать, по крайней мере, большинство. Вот. Особенно у программистов очень сильно разнятся зарплаты. 3D-шники-то они в меньшем количестве сфер требуются, да, потому что, ну, банк еще ладно, там банк, рекламные всякие агентства, да, большинство банков просто свои рекламные всякие подразделения по маркетингу, да. Вот, там 3D-графики дофигища просто. Вот, в то время, если это какая-нибудь страховая, то, скорее всего, они... или компания, занимающаяся там кибербезопасностью, допустим, то они, как правило, просто покупают какие-то стоковые картинки для своих рекламных кампаний и так далее, либо вообще заказывают у сторонних рекламных агентств. Им 3D-шники как таковые не нужны, но им нужны программисты. Вот. И программисты, они в геймдеве тоже меньше получают, чем в тех же банках, страховых, безопасностях различных и так далее. Там прям чуть ли не в 1,5-2 раза разница в зарплатах. Потому что программисты тоже хотят работать в геймдеве. Вот. А в банках не хотят. Ну и геймдев — это опять же такая сфера, где... Ну, по крайней мере, раньше так было, сейчас немножко исправляется ситуация. То есть раньше не было постоянного притока денег у геймдева. То есть там, ну, допустим, считай, получили инвестиции, и 2-3 года деньги извне вообще не поступают никакие. Теперь ситуация меняется, потому что Fortnite, PUBG, королевские битвы и так далее, с донатиками и так далее, это все слегонца поменяли. Приток денег налаживается. И, соответственно, зарплаты тоже у разработчиков растут. Так. А в банках 3D-шников что требуется? Ну, я рассказал, да, могу повторить. Различные иллюстрации требуются в больших количествах, потому что у банков... Ну, банк — это практически всегда крупная организация, потому что если она мелкая, то она очень скоро перестает существовать. У них достаточно много денег. Вот. Требуются различные иллюстрации для приложений, для... Ну, в маркетинговых различных задачах, да, требуются 3D-шки. То есть там, допустим... Какой-нибудь человечек в футболке с логотипом банка... катается на скейте, допустим, да, и там эта картинка вставляется: откройте у нас вклад под 10%, да, акции, что-нибудь такое. То есть, ну, это же нужно изготовить.
И, как правило, таких материалов очень много. Требуется постоянно иконки рисовать в приложениях, да, делать такие иллюстрашки с человечками такими упрощенными. Вот, и, соответственно, 3D-шник, он, как правило, работает там на постоянке, и работа у него есть всегда. Так, то есть нужно знать Photoshop. Ну, кстати, Photoshop не особо. Не, ну, Photoshop, в принципе, это то, что по умолчанию знать надо, как Word и Excel, допустим, да, тут. Тут даже это особо в навыках уже никто давно не указывает, потому что это по умолчанию, как включить компьютер. То есть Photoshop, ну, естественно, нужно знать вообще в любой ситуации абсолютно. Хоть ты кем работаешь. Вот, а тут скорее нужно знать Figma. Ну да, потому что всякие макеты для приложений, для рекламок и всего остального делают в Figma. Вот. Прям сильно углубленно, скорее всего, знать ее не потребуется. Ну так, базово что-то там расставить, показать, презентовать. Ну, это будет не лишним точно. Потому что интерфейсники, они все работают в Figma. Ну, там, 99%. Тех, кто занимается UI, UX, да, то есть пользовательский интерфейс, пользовательский опыт, полученный от этого интерфейса, это все Figma, крайне популярный онлайн такой сервис, приложение, как назвать. Вот, Photoshop, да, тоже, естественно, само собой разумеется. В принципе, и в 3D-шке он тоже часто нужен, там, там текстурки подправить, там прыщи замазать на скане и так далее. Вот такая очень прикладная программа. Как бы, да, знать его бы не помешало, это точно. Так, ну вот, кстати, я сейчас смотрю, наверное, я пододвину вот это все хозяйство вот сюда, поближе к ноге. Да, а здесь получается, хотя можно даже не ближе к ноге, можно вот так это схлопнуть сюда, коллапс сделать, так, чтобы оно плавно переходило в плоскость крыла, чтобы она переходила. Наверное, так, да, кстати, все получается, а нет, не все. Не все, показалось. Так, рта у этого существа, кстати, не будет, поэтому он и не предусматривается. Он питается через вот эти вот усики, через вот эти вот присосочки, все с ним хорошо. Рот не нужен, а то там еще грызанет ее за загривок, и все. И беда, и разлад в семье будет. Так что не надо. Поэтому здесь просто ровный эпителий. Так, здесь просто заполняем, соответственно, да? Заполняем. Так. Так, ну-ка, лучше с этой стороны пойти, может. Так, тут потребуется схлопнуть, я так смотрю, да? Ну-ка, иди сюда. Вот так. Вот так и вот так. Ага, ну да, сейчас придется тут треугольничек еще один забацать. Ну, не проблема, в принципе, вообще не беда. Пускай треугольник будет, не жалко вообще. Так, можно будет, знаете, кстати, что с ним сделать? Можно будет его, вот эту лоу-польку уже сабдивнуть. И еще подскульптить, как вариант. Вот, тут уже будет более рационально распределена сетка, и, соответственно, детали будут там, где они нужны.
А не проще ли топить в топоган? Да, я думаю, аналогично. То есть... Просто если было неудобно ретопить в блендере, то можно было бы чем-то сторонним воспользоваться. А так и так удобно, вообще никаких проблем не испытываю, поэтому зачем? Зачем? Топоган еще, что он вроде как не бесплатный ни разу. Это еще и покупать его надо. Не. Это бы имело смысл, да, если бы, ну, как-то сильно, значительно прям облегчало всю работу. А так... Это ж как-то нерационально, неэкономно ни разу. Через мультирезолюшн? Дельбран, ну да-да-да, поскольку его через мультирезолюшн. Просто потому, что это производительнее. Но Bake from Multiresolution я в блендере юзать, скорее всего, не буду. Потому как есть Marmoset. И через Marmoset очень даже прекрасно все это дело запечется. Очень быстро и очень предсказуемо, что самое главное. В запекании в любом. Так, тут у нас получается, кстати, будет сустав. Вот здесь вот. Вот здесь тут суставчик. А поскольку он здесь будет, нужно тут побольше дать сетки. Побольше сетки, чтобы, ну, не ломались полигоны. Поэтому я сейчас для начала просто сделаю так. Вот так, да. Так, это заполню, соответственно. Вот так вот. А здесь можно вот так вот бевелом сделать. Вот так, такую гармошку небольшую. Пусть будет некий такой запас по топологии на сгиб. Потому что крылья летучие мыши, да, они сгибаются вот здесь. Потом здесь. Ну и здесь они еще по два раза могут сгибаться. Вот тот же, да. Карабин, привет, привет. Так, здесь, кстати, у нас идет кость, вернее, ну да, кость и мышцы предплечья, коих две, если следовать логике, которой я следовал, когда скульптил это. Ну, потому что тут все аналогично анатомии человека, в принципе, да, только немножко в других пропорциях. Скорее всего, это не будет ошибкой. А даже если будет, то это инопланетная вообще тварь. Тут какие к ней вопросы? Инопланетная фигня, которая как хочет, так и строит свою анатомию. Так, усы вытаскиваем отсюда. Вот так это заполняем сюда и вот сюда. Треугольнички, добро пожаловать. Так, хорошо. Вот и погнали вот так сюда, на эти обе стороны. Тут прям сильно много не надо, тут они так. Если будут, то все. Просто выпуклость передается и ладненько. Тут в любом случае тесселяцию я буду накидывать на них, ну, на материал кожи. Вот, потому как планируются очень близкие планы. И тут слишком уж плотную сетку надо делать, да, чтобы при вот плане вот прям вот таком, допустим, да, чтобы она была вот так вот на весь кадр. Но тут слишком плотная сетка нужна, чтобы это выглядело нормально. Кстати, глаз надо будет подправить, вернее, да, там веки при проецирование немножко слиплись, но это не беда. Так, Карабин спрашивает, эти волосы сплайновые уже или плашками? Это волосы сплайновые, они в таком же виде пойдут в Unreal Engine, вот, но плашки вот в случае с этим персонажем, скорее всего, я сделаю, потому как... Ну, на достаточно далекое расстояние она от нас может отлетать. Ну и, соответственно, когда она слишком далеко от игровой камеры, то пускай они заменяются на плашки. Не проблема. Единственное, что у меня какой вопрос пока к Unreal Engine, это как они будут анимироваться, эти самые волосы. Потому что они же у нее достаточно большие, она будет летать, сновать везде.
То есть плашки-то плашки, а анимируются как бы будут. Это и получается, им все-таки нужно будет отдельно физику навешивать, физику ткани, да, как раньше делали с волосами, с плашечными. Навешивали на них физику ткани. На эти самые плашки. То есть в целом для в Unreal сейчас можно делать и лоды, и для сплайновых волос. То есть прям в один клик. В один клик делаешь нужное количество лодов для сплайновых волос, и, соответственно, при отдалении камеры от них эти волосы утолщаются, уменьшается количество сегментов, да, которые в них есть, и, соответственно, очень легко это оптимизируется. Прям для супер дальних лодов, чтобы там не было видно три толстых волосины на голове, уже можно использовать плашки. То есть сплайновые волосы пропадают вообще, выгружаются, а плашки загружаются полигональные. Вот, можно клоуд накинуть? Ну да, можно клоуд. Можно накинуть физику ткани. Так, ну здесь, кстати, давай-ка я сделаю пару трисиков. Чоп, нет, давай трисики, иди сюда. А, кстати, так смотрю, она немножечко чем-то стала похожа на Элой из Horizon Zero Dawn. Ну, у нее типа тоже такая копна волос рыжая, назад так зачесанная. Ну, у Элой более лицо такое миловидное, у этой черты лица я умышленно делал, ну, такие более злобные, более стервозные. Ну, потому что она отрицательный персонаж. Будь она няшкой, ну какое желание было бы ее бить вообще? Ой, фу, подожди. Сегодня будешь делать карабин на сплайновые волосы, ой, вернее, плашечные волосы? Да вряд ли. Вряд ли, не думаю. По планам было сделать, доделать ретоп, вернее, ее симбиоту. Вот, и, возможно, успеем перепечь текстурки, да, на него, хайпольные. И, может быть, успеем запихнуть это в Substance Painter и подраскрасить его. Вот, в плане плашек для волос нет, вряд ли сегодня это будет. Скорее всего, даже нет. Вот, но если что, могу тебе сказать, что их безумно, безумно удобно делать с помощью аддона Hair Tool. Вот, то есть тут буквально это делается нажатием одной кнопки. То есть тут Particle Hair to Curves, вот по факту, да? Единственное, что перед этим нажатием этой кнопки нужно тут уменьшить количество дочерних частиц, да? Тут дочерние частицы, сейчас их 70. Там нужно поставить, не знаю, там, ну так, на глаз штук 10, допустим, хотя можно даже еще поменьше, там штуки 3. Ну, штук 7. Вот так. Вот, штук 7 поставить и после этого нажать вот эту кнопку. Это если в общих чертах. Все, пока пусть снова с волосами стоит. Сейчас главное выделить то, что нужно, иначе беда будет. Ну-ка, вот это вот. Ага, все. Хорошо. А каким ПО ты пользуешься в основном для постной работы в Сбере? Про Figma понял. А еще что-нибудь можешь привести в пример? Blender. 99% времени Blender. Вот, ну, Substance. Substance, да. Я попросил, чтобы мне там оплачивали лицензию. Вот, и мне ее оплачивают. Вот, ну, единственное, что рабочий компьютер это Mac, поэтому там лицензия под Mac. Вот, тут домашний комп у меня на винде, поэтому... Тут... Ну, и там она вроде только на одно устройство, что ли. Ну, я все равно его в Steam купил, и мне хорошо. А так Blender вообще практически все время Blender, да, то есть рендер в Blender, Eevee практически не использую,
потому что там все-таки на всяких иконках, на всяких иллюстрациях нужны хорошие мягкие тени, поэтому использую Cycles для рендера, да, этого всего добра. Вот. Иви, ну просто как превиз, тоже в принципе удобно, чтобы не рендерить, просто сделать скриншот, показать, годно, негодно. Говорят, да нет, и дальше уже, соответственно, рендерю в Cycles. Вот, собственно, для текстур, соответственно. Ну, текстуры редко, когда на самом деле требуются, потому что flat дизайн сейчас господствует в дизайне мобильных приложений, различных рекламных там материалов, да. То есть, как правило, это просто материал с цветом и все. Ну, еще бывает там с отражающим каким-то свойством. То есть, в приоритете именно качество теней и качество освещения, в то время как сами материалы, они достаточно простые и однотонные. Непосредственно растровые текстуры редко когда используются. Вот, Figma я тоже, я очень слабо знаю Figma, вот, ну, все, что я там умею, это просто там нарисовать несколько блоков, там, расставить и показать, как это выглядит на экране, там, смартфона или чего там еще. Ну, там, как бы смартфона, там такой условный макет айфона есть, да, потому что все приложения разрабатываются под айфон всегда изначально. Вот, потом уже как-то там адаптируются под остальные все. Ну, дизайнится все, в общем, там, на таком, да. Макете айфона 10, скажем там, под это разрешение. Вот, я его беру, там, прилепляю свою картинку, показываю, смотрите, какая красота. Вот, если со мной согласны, то это хорошо. Если нет, то, ну, бывает что. Бывает и такое. Не, ну, на самом деле, редко когда. В основном все, о боже, как красиво, уху, как классно. Я такой, да ладно, прекратите, прекратите, что вы, мне ж приятно. Так, сразу здесь на сустав добавляем побольше вот этого добра, которое лупами называется, потому что тут место сгиба. Было бы неплохо на самом деле и на подступах к этому месту сгиба также добавить немножечко. Вот и хорошо. Так, здесь дальше можно, кстати, вот так немножечко ускориться за счет более крупной такой ретопологии с последующим разделением на сегменты. А, не пробовал продавать модельки на стоках RiseWork. У меня, по-моему, где-то на турбосквиде лежит пару моделек. А я что-то давно не заходил, потому что там оно не продавалось. На стоках же ж нужна постоянная активность, да, нужно прям регулярно-регулярно выкладывать свои модельки, чтобы твой аккаунт, он постоянно-постоянно поднимался в поиске. И, соответственно, я себе такое позволить не могу, да и мне тупо лень. Вот, моделить на стоке как на работу. У меня есть знакомые, которые этим занимаются. Вот, вполне неплохо так зарабатывают на этом всем деле. Вот, но сам я не... Сам я этим не занимаюсь прям плотно. А чтобы зарабатывать, там нужно плотно заниматься. То есть желательно ежедневно выкладывать что-то туда. Как минимум по одной модели. А желательно, конечно, по нескольку. Плюс там еще, конечно, нужно следить за трендами. Там, допустим, вот началась пандемия коронавируса. Чем 3D-стоки завалены, чем завален Shutterstock? Ну, конечно, модельками коронавируса, векторными иллюстрациями коронавируса. Вот. Ну и плюс там ко всяким событиям тоже, да, рекламные различные агентства закупают иллюстрации, различные модельки. Там, допустим, будет, ну, какой-нибудь там чемпионат мира по футболу, будут в тренде модельки мячей футбольных, будут в тренде фотографии мячей, будут в тренде векторные иллюстрации мячей. Вот. Ну, просто потому что будут делать соответствующие рекламные материалы, и такие изображения, такие иллюстрации будут нужны.
тем, кто эти иллюстрации делает. О, Дильберман, да, тоже занимается таким. Вот, да, то есть тут это прям работа. Это нельзя просто так взять, выложить модельку и все, и стать богатым. К сожалению. Можно, конечно, подружиться с птицей удачи. Вот, и проснуться богачом, но такие случаи крайне редки. Это скорее случайность, нежели какая-то закономерность. В большинстве ситуаций это подразумевает регулярную, постоянную работу. Сейчас, кстати, вроде Turbo Squid выкупил Shutterstock, насколько мне известно. Интересно, связали ли они там свои аккаунты? То есть можно ли под учеткой Shutterstock, например, зайти на Turbo Squid? Ну, кстати, да. Интересный вопрос. Вопрос интересный. В плане стоков, кстати, есть же прям отдельные студии, которые занимаются тем, что делают контент для стоков и на этом зарабатывают. Я сам работал в одной такой. То есть мы делали иллюстрашки для Shutterstock. Вот и, соответственно, по продажам там рассчитывалась премия, там зарплата, да, каждого сотрудника. Вот, и тут в плане регулярности и объема контента, ну, тяжеловато тягаться со студией, там, с десятком сотрудников, как минимум, да, в одну-то моську. Не так-то легко это, знаете. Это вот как сейчас и в плане майнинга тоже, да, есть прям компании, которые закупают, соответственно, видеокарты, там, вот всякие вот эти вычислительные устройства, и прям майнят. И там прям сотрудники, и прям они работают. Turbo Squid как был дырявым, так и остался. Ну, понятно. Я как-то заходил, и там висело зайти через шаттер. Ага, все ясно, ясно, понятно. Значит... Связали они там аккаунты свои. Ну ладно, хорошо, чё. Чё б нет. Мне это кажется, неплохая такая штука. Это делать одновременно, ну, заниматься 3D-шкой, да, и делать одновременно и на турбик, и на шаттер. То есть, сделал ты 3D-шку, да, какую-то, отрендерил ее в нескольких красивых там ракурсах, и как картинку, как иллюстрацию, можно там без заднего фона, можно там какой-нибудь мокап придумать и так далее, засунул это на шаттер, а потом эту же модельку взял уже и продал как модельку на Turbo Squid. Это же бизнес-идея, кажется. Но мне лень, я не буду этим заниматься, но если что, имейте в виду. Бесплатная бизнес-идея. Если вы станете богаты, дайте знать, я буду за вас рад. Ну-ка, вот так сделаю немножко по балансу. Что-то как будто бы он громковато. Ну-ка, музыка. Ага, ну, кстати, да, еще можно вот так подбалансить маленько. Можно так хоть маленько подбалансить. У меня друг по 15 картинок в день рисует на шаттер. Ну вот, Райз, да, вот в таком темпе реально что-то зарабатывать. То есть тут прям нужно фигачить. Прям быть комбайном по производству моделек, изображений и всего остального.
Так, а что я прилепляю вручную? Оно же у меня прилепилось. Я что-то использовал это. Project Individual Elements. Самая тема — это на Юньку и Unreal закидывать. Зильберман, да, ну, кстати, не знаю насчет этого. Ну, лично не знаю. Ну, прикольно, да, если так. Прикольно, если так. Ну, тут, по идее, да, не такая большая конкуренция. Ну, потому что объективно ассетов в Unity магазине, да, и там в Unreal Marketplace их просто, ну, меньше конкурентов, да. Вот, в то время как спрос, он, ну, наверняка есть. Ну, тоже, опять же, чуть поменьше, да. То есть всего поменьше, но мне кажется, тут просто чуть побольше шансов быть замеченным, я думаю. Вот, чем на том же Шаттере, Турбике, где там миллионы пользователей, миллионы там ежеминутно выкладывается картинок. И ты только выложил, а уже там на 10 страниц за 5 секунд опустился в поиске. То есть тут да, тут немножечко все по больше шансов, как мне кажется. Так. А можно пилить модульное окружение, использовать его в своей же игре? Или ты окружение сам не будешь делать? Подожди, можно пилить модульное окружение, использовать его в своей же игре, или окружение сам не будешь делать? Ну, пилить я его буду, да, это если вопрос ко мне. То есть про проект, который я делаю, да, да, буду делать модули зданий и всего остального. То есть сейчас после этой демонессы будет следующий персонаж. Вот, и после него немножко переключимся на окружение. Вот, окружение будем делать, собственно, под них. Вот, и да, да, модули зданий, модули локаций делать буду. А, в смысле на продажу пилить и использовать? Ну вот... Да, насчет не слишком сильно сюжетно значимых ассетов я подумываю о продаже на самом деле. Как раз таки в том же Unreal магазине. Ну да, только в Unreal магазине. Unity я не использую. То есть в магазине Unreal я думаю, да. То есть там всякие бочки, допустим, да, там вилки, ложки, поварёшки. Ну, не все, конечно, есть... Задуманы некоторые очень значимые, уникальные вилки, ложки, поварёшки. Ну, такие обыкновенные безликие ассеты, да. Их можно продавать. То есть, ее я продать точно не могу, потому что, во-первых, ну какой смысл ее покупать, если она очень специфично сделана под конкретный проект? То есть, да, ну, просто кто-то захочет купить голую женщину, ну, прекрасно. Вот, но я ее не продам, потому что все-таки... Она должна быть в одном единственном проекте и больше нигде. О, ну какой-нибудь стульчик. Какую-нибудь кастрюльку. Которые как бы тоже, они же в играх есть. Куда же без них. Окружение наполняется именно такими второстепенными предметами. В том числе... Это да. Это да. Это в любом случае что-то придется моделить. А ты в то же время можно это продать. Будет какая-то дополнительная финансовая поддержка проекту, да, она крайне нужна. Потому что без денег игры не делаются, к сожалению. Вообще. Энтузиазм — это полная фигня. Не верьте в этот энтузиазм. Он заканчивается очень-очень быстро. То есть быстро загораются люди. Круто, сделать свою игру, класс, можно грабить караваны. А потом все. А потом все потухло, все что-то так-то, а, ну так-то, да, конечно, да, прикольно, что там работаешь, да, а все, да. Не, ну тут можно понять. Мотивация, энтузиазм, она рано или поздно заканчивается. И без подпитки постоянной. Финансовая подпитка — это самая надежная подпитка из всех.
То есть, безусловно, многие люди, они годами в команде работают на каком-то чисто голом энтузиазме, потом проект выстреливает, и они все богатеют очень сильно. Но, опять же, это дело случая, это дело удачи. Лучше идти по какой-то более надежной такой дорожке. Как бы бабусики решают абсолютно все проблемы в этой жизни, особенно в разработке игры. То есть, например, купить те же ассеты какие-то для игры, да, которые самому делать долго, нет времени, либо нет квалификации, еще чего-то. Их проще купить, допустим, да. Вот те же сканы людей, да, то есть сканы кожи я покупал для персонажей. Потому что, конечно, можно рисовать кожу в Substance Painter в том же, да, там, нагенерировать различных шумов, нафигачить, накрасить пор, морщин и так далее. Но это безумно долго. Зачем это, собственно, надо, если можно купить скан реального человека и натянуть его на свой скульпт? И будет все то же самое, только быстро, качественно, ну и относительно недорого, потому что важно же учитывать свое время тоже. То есть, если даже занимаешься проектом как хобби, просто по вечерам важно тоже закладывать потраченные часы на этот проект в общую стоимость. То есть, если бы ты не делал свой проект, ты бы мог там заниматься, допустим, фрилансом, да, и заработал бы какое-то определенное количество денег. В это время ты не занимался фрилансом, и определенное количество денег ты потенциально потерял. Поэтому да. Судя по количеству отзывов, полуголые женщины на Unreal Marketplace ходят нормально. Ну, кто бы сомневался, карабин. Я тоже начал делать игру, но энтузиазм иссяк, и я ее на паузу поставил пока. Карабин, вот, да, это самая распространенная на самом деле ситуация в плане закончившегося энтузиазма. Вот, и у меня он не иссякает, да, я себя как-то приучил, вот и уже 4 года у меня он не иссякает. С 2017 года, да, я его начал. Он продолжает, развивается, и мне все интереснее и интереснее. Но я понимаю, почему может иссякнуть энтузиазм у людей, которые со мной бы работали, да? То есть, ну, это неизбежно. Появляются новые интересы, меняется вообще восприятие этого мира, люди взрослеют, изменяются, что-то им перестает нравиться, что-то начинает нравиться. Это нормально. Вот. Но что не перестает всем нравиться, это деньги. Ну и, собственно, это служит мотиватором. Вот. Ну и даже зачастую это энтузиазм не уходит, но жизненные обстоятельства вынуждают все-таки больше уделять времени тому, что приносит какой-то доход, потому что у людей там появляются семьи, допустим, ну и в принципе сами они там хотят себе что-то покупать, куда-то ездить, путешествовать, питаться в конце концов. Вот, ну естественно, чтобы была крыша над головой и было что поесть в холодильнике, нужно уделять время тому, что это дает. Вот, в то время как энтузиазм, его не поешь, вот, им за квартиру не заплатишь, тут все вообще совершенно понятно. Поэтому, собственно, и в моих планах сделать классную демку, которая будет привлекать, ну, собственно, с точки зрения энтузиазма, но в то же время еще и будущим членам команды платить все-таки. Вот, для того, чтобы они помогали мне там, делать ту или иную вещь для игры. Потому что, ну, это правильно, это человек тратит свое время, а время — это ресурс, который стоит определенной суммы денег. Так, у меня проблемы с энтузиазмом только тогда, когда я хочу сделать красиво, а получается, как всегда. Райзворк, ну, тут, конечно, да, тут...
Еще вопрос стоит в том, чтобы упорство сохранить, да? То есть вот те самые пресловутые жопа-часы, их нужно высидеть, их нужно отработать. И тогда чем больше жопа-часов проведено, тем больше опыта набирается. И постепенно, как минимум хорошо, начнет получаться на автомате. Вот чтобы было прям красиво, изысканно, прикольно, да, здесь нужно постараться. Вот, а чтобы просто было хорошо и пригодно для использования, оно будет получаться само по себе. Даже если не стараешься, даже если нет настроения, какого-то вдохновения призрачного, я в эту фигню уже давно не верю. Вот, либо у меня никогда нет вдохновения, либо у меня вдохновение просто всегда прет из меня, просто как из рога изобилия, но мне кажется, что нет. Просто до какого-то автоматизма это все дело доводится, и все. Да, то есть бывает, конечно, прям такое настроение возвышенное, приподнятое, но это просто всплеск гормонов в результате там каких-либо погодных, либо изменений в организме, и в результате чего ты чувствуешь какой-то прям такой душевный подъем. Но это все гормоны, это все временно, это все проходит. Вот. А опыт и привычка делать что-либо регулярно, она остается. Не зависит ни от чего. Ну, только если уж совсем там хреновое состояние, тогда да, там стоит отлежаться немножечко и с новыми силами продолжить пилить то, что начинал пилить. Вдохновение – такая штука, которую вообще никогда не нужно ждать и желательно в нее не верить. Мне это очень сильно помогает. Вот лично мне я прям это вдохновение не жду. Если вдруг настроение позволяет, да, действительно чувствуешь какой-то прилив энергии, быстренько берешь и делаешь что-то необычное. Вот, что-то уникальное придумываешь, там зарисовываешь, законцепчиваешь. А так, просто делал, как делаешь, да и все. Делов-то. Все нормально в этом плане. Здесь, кстати, вот у нас располагается вообще суперсложный такой сустав. Здесь, считайте, 5 отростков, да? Ну, одна рука и 4... их как бы пальца выходят из одного места, причем они все складываются, и здесь очень важно, чтобы топология позволяла все это складывать, и вот эта вот центральная часть не превращалась в комок мятых полигонов. Здесь не обойтись без звезды, да, то есть звезды — это топологический ад, треугольники — это фигня на самом деле, а вот звезды — это топологический ад. Ну, попробуем избежать здесь звездчатости, да, то есть когда из одной вершины вот так вот выходит много эджей, это очень хреново, так не надо. Так, я там ничего не удалил? Да, ничего не удалил, нормально. Вот, этого делать не надо, попробуем этого избежать. Здесь сетка будет явно более плотная, чем она должна быть. Но тут иначе никак, иначе будет... совсем все плохо. Пока что предлагаю вытягивать такие вот усы из середины каждого пальца и каждого, ну, собственно, каждой конечности. Да, теперь их надо будет соединить в центре. Ну, кстати, от этого можно тоже лучик такой вывести. Вот сюда. Это такой, типа, как большой палец у летучих мышей, но он особо не работает у них. Опять же, работает аналогия с анатомией человека. Просто все в других формах, в других пропорциях, а смысл такой же. Так, вот эти лучи мы вывели, значит, да? Вот эти желательно тоже вывести, да, из серединок, из сочленений. Тогда начнут получаться четырехугольники, что, в общем-то, ладно, это хорошо, это нормально, это правильно. Давайте их посоединяем, наверное, сразу. Вот здесь, вот так вот с этим, вот это с этим. А можно вот так. Так, здесь. Ну, здесь я немножечко своеобразно соединил. Сделаем так, не беда. Вот такая звездень получается.
Так, ну здесь соединяется, понятно все. Так, ну здесь, пожалуй, вот так вот начнем делать. Хотя... А, ну не, здесь все правильно, да. Да-да-да, ага, вот так здесь. Подожди. Ладно, здесь он не догадается, наверное, как мне нужно соединить. Вот так. Здесь вот... Вот так. Так, тут ничего не наполигонил лишнего. Ну-ка, давай. Выделим все. Этот by distance. Ноль, ноль вершин, все нормально. Так, ладно, эти пока оставим. Вроде ничего так более-менее относительно адекватно соединилось. Вот теперь надо бы ретопнуть, соответственно, вот этот палец пятый. Ей. Вроде как он не особо сгибается. Ну, косточку, если что, я ему предусмотрю, мало ли чего. Пускай он будет, вообще не жалко ни разу. Так, но суть-то вообще в том, что... Он тут получается... Здесь круглый, а здесь такой подковообразный, потому что, опять же, крыло я тут делаю с одной только стороны. Потому что на данный момент мне кажется, что это правильно. Это будет более правильно, это будет более легко все скинить. Да, то есть здесь полигональные косточки, это окей. А здесь кожа, вот эта вот натягивающаяся, она только односторонняя. Вот, выглядит пока что более логично, более правильно. В целом вообще не проблема эту кожу и на эту сторону прилепить. Но при скининге будет тяжковато. С тонкими поверхностями вообще сложно работать. Именно с тонкими двухсторонними поверхностями, да? Я, кстати, сегодня такой. Взял и узнал, что Unreal из коробки по дефолту поддерживает процедурное разрезание мешей. Это ж нифига себе. Это вообще супер круто. Это получается, расчлененку можно вообще царскую сделать. То есть Unreal прям в реал-тайме. Ты секущую плоскость наводишь на объект, да? У объекта, ну, естественно, в блюпринте нужно добавить ноды, которые позволят ему разрезаться и указать разрезающий объект. Но вообще можно нашинковать что-либо прямо на мелкие-мелкие кусочки, при этом генерируются коллизии в соответствии с формой кусочка. И это прям крутота. Это прям крутота, это такая же штука, как была сделана в Metal Gear. Metal Gear Rising, да, вроде? Что-то такое. То есть там-то это была прям фишка, а в Unreal это по дефолту. Я что-то не видел так уж много игр, где так можно делать. Я так сделаю. Возьму да сделаю. Вообще прикол. Вот, но в то же время, да, если вспоминать садкового зомби, которого делали, там предусматривали два разреза, то есть отрубание ноги и разрубание туловища напополам. Это все правильно сделали, потому что там проработали ему прям дотошно внутренние органы, которые разрезаются, и косточки, которые разрубаются. Вот, но какие-то дополнительные увечья можно будет попробовать ему прям процедурно делать. То есть он... Можно будет его нашинковать прям. Хотя, опять же, бой с ним подразумевается не такой уж прям быстрый. Типа, два раза махнул мечом, и он лег. Нет, не тут оно-то было. Это так, попотеть с ним надо. Это все-таки, хоть и не полноценный босс, но противник такой, со звездочкой. Из разряда не так-то просто ты его одолеешь. Ну, как полубосс такой, мини-босс. Опять повезло, опять все сошлось. Да еще с квадами, ужас какой. Это ж надо. Ну вот, кстати, чтобы удача при ретопе улыбалась чаще, нужно всегда стараться идти от 4 и 6 угольных форм. И тогда, как правило, почему-то коэффициент везучести повышается в разы вообще.
Кстати, жидкость в бутылочках в Half-Life Alyx тоже сделана с использованием процедурного меша, карабин. А здесь даже можно не процедурный меш использовать, а материал. Туториалов под Unreal, как сделать такой же материал, очень много. Здесь именно шейдер. Шейдер так работает. Вот, что кажется, будто там плещется водичка. Самая сочная расчлененка это в БОД. Значит, не знаю, что такое БОД. Отрезал ногу, руку, голову, схватил ее и ей же вражину вот мудохол. Зильберман, я хочу эту игру срочно. Что за игра? Как она полностью расшифровывается? Это аббревиатура БОД. Это что за красота? Я же так хочу сделать тоже. Типа ногу отрубил и ей же отмудосил. Классно же. Это круто прям. Так, вот здесь, кстати, интересное такое место. Но это хайпольку, когда скроем, здесь будет немножко более понятно, как это все прислонить друг к другу. Ну да, то есть косточка-то она выходит немножко за границы. Это да, интересно. Интересно. Так, в итоге что получается? Должен получиться примерно шестигранник. Ну не примерно, а прям вот, да, нормально. Получается шестигранник отлично. Шестигранниками любая топология делается хорошо. Так, Severance Blade of Darkness. Игра 2001 года, батя всех соусов. Хорошо, Зильберман, я прям возьму это сейчас и скопирую куда-нибудь. Сейчас, момент. Вот так вот сделаю хоба. Вот так вот в сохраненочке положу хоба. Хорошо, спасибо. По крайней мере, просто посмотреть. Просто глянуть, что как там. Так что спасибо за рекомендашку. Из таких, ну, относительно староватеньких игр, да, ну, 2000-х, Blood Rain, моя любимая, поддерживала расчлененку. Но там, правда, нельзя так было. Прям взять какую-то конечность, отлупить ей же противника. Вот, там обычно все строилось на том, что... Ну, просто отрубались конечности, и плюс врагов надо было закидывать в какую-нибудь там бетономешалку, там, щеподробилку. Тогда она там перегревалась, перегружалась, взрывалась, открывался проход и так далее. То есть там такие пространственные головоломки, ну, не то что прям головоломки, но, в общем, преграды были основаны как раз-таки на закидывании тел противников куда-либо во что-то колющее, режущее. Есть очный обзор и рубрики «Слезы Олдфага». Ага, ну, гляну, спасибо, посмотрю. То есть, играть-то уж, наверное, ладно, ну, по крайней мере, знаешь, это... Концептуально вдохновиться чем-то. Это ж хорошо всегда. Так, окей, здесь... Получается, сделали. Единственное, что надо будет немножечко это подправить, подоткнуть, чтобы дырок не было никаких. Это хорошо. Ну, прислонить, да, тупо надо будет это друг к другу. Так, что тут осталось? Что тут осталось? Осталась эта штука, да? Да, тут единственное, что получается, все-таки даже до текстуринга не успеваем сегодня добраться. Тут ретоп казалось на чуть-чуть времени, а по факту все равно достаточно ресурсоемко и длительно это.
по времени. Вот, тут тогда различные приколы с запеканием я сделаю сам, скорее всего, вне стрима. Вот, а на следующем стриме начнем симбиота прям сразу с Substance Painter. Вот, там покрасим его красивишно. А самое интересное, это слэшер, но с геймпадом в нее не поиграешь. Это невозможно. А странно, кстати, Зельберман, потому что слэшеры, они же вообще под геймпад идеально, как правило, заточены. Ну, то есть там как бы же фишка-то в быстром нажимании кнопок, а на геймпаде у тебя все, вот, все кнопки в ладошках сосредоточены, и поэтому можно быстро реагировать на то, что происходит. Ну, хотя бывают, да, конечно, просто кривые адаптации устройств управления в играх. Это вот как Dark Souls 1 на клавиатуре проходить, это был дополнительный челлендж. То есть они как бы его портанули вроде как на ПК-то, да? Вот, но кнопки были от Xbox подписаны. И ты так, чисто методом тыка, разбирался, на какую кнопку на клавиатуре мне бы нажать, чтобы произошло то или иное действие в игре. Вот то класс было, конечно. Это про первый самый Dark, имею в виду. И даже не про его ремастер, потому что в ремастере там, по-моему, все нормально. Вот, а в том самом первом, который Prepare to Die Edition. А, хотя Prepare to Die это уже какое-то улучшенное издание же вроде как, да. Это уже не просто так. Ничего себе. Это ж вроде бы да. Так, здесь сделаем такую штуку. Вот так вот. Просто не хватает немножечко топологии. Поэтому поступим проще. Сделаем просто инсет сюда, да? Ой, кстати, не сюда надо было делать. Чё творю-то? Вот сюда надо было его. Во, вот сюда, да, как раз нам. В суставчики немножечко добавит детализации. Самое то. Нормально так. Все, удаляем фейсы. Это делаем сюда. Ну-ка, так, space. Ну, flatten можно сразу. Все это прилепляем сюда. Это слэши с самой лучшей боевкой. Там комбо-удары, их на геймпаде не повторить. Например, одновременно влево, вправо и вверх-вниз не нажмешь. А, ну это просто, да, это просто ну, не адаптировали достаточным образом под геймпад. Просто там обычно во всяких Devil May Cry, в этих Mortal Kombat и так далее, там же тоже есть одновременное зажатие кнопок, ну, типа, можно их просто на разные стороны разнести, типа, вот здесь нажимаешь, там, да, вот здесь вот нажимаешь, там, вот здесь вот нажимаешь. Блин, я вот самую жесткую игру в плане одновременного зажатия кнопок, это была Heavy Rain для меня, на высоком уровне сложности, потому что там так много кнопок нужно было порой одновременно зажать, чтобы какую-то кутаешку выполнить, что порой мне не хватало пальцев рук, я вот сидел и такой вот скрюченный, носом нажимал последнюю кнопку. Вот то извращение было, конечно, это я понимаю. Так, я пытался подключить. А, ну геймпад, наверное, имеешь в виду, да, пытался подключить. Ну, то есть, да, по идее, тут игра изначально должна под геймпад быть разработанной, адаптированной. Чтобы этим можно было пользоваться. Просто, ну, в большинстве случаев так и происходит, да. То есть, сначала игры делают под консоль, потом, да, под ПК.
Вот. Но бывают такие ситуации, как тот же Crysis, например, он первый имеется в виду. Он был разработан под ПК, долгие годы служил таким бенчмарком, проверкой на прочность, потянет, не потянет, скорее всего, не потянет. А тогда еще как раз Windows Vista была же, да? В обиходе. Это комбо вообще. У тебя стоит Windows Vista, которая тормозила у всех, и ты Crysis еще накатила. Ух, бодрит хорошо. Вот то жир, конечно, это да. Так, здесь бы, конечно... А хотя я здесь, наверное, еще дополнительно пущу такой... полистрипчик, полилупчик. Как-нибудь что-то такое. Но в целом, наверное, будет неплохо вот так вот. По крайней мере, такое же количество сегментов, да, выдавать. Что с этой стороны, что с этой стороны. Ну-ка, давай-ка вот сюда. И вот последний вот сюда. Сгибаться будет, по крайней мере, единообразно потом при... скиннинге. Так, ну да, как раз в аккурат заканчиваем ретопологию симбиота. Ну хорошо, с другой стороны хорошо. Хоть, конечно, как всегда хотелось сделать больше, но сейчас тут уже в 21 час... Вновь игровой стрим будет по Resident Evil 8. Вот, близится там, я так полагаю, завершение, хотя я могу ошибаться. Но вроде все становится ясно, все становится понятно. Вот, поэтому, ну, в любом случае, не так много осталось игровых стримов. Просто уж хочется допройти ее. А так-то, конечно, по 2 стрима в день это немножко тяжеловато проводить. Вот, но в то же время резик хочется пройти. Резик хорош получился в этот раз, прям класс. Ну, конечно, все, может быть, кто любит именно классические резики, тем он может не зайти. Вот, но мне классические резики, в свою очередь, они как раз мне что-то меньше нравятся. Вот, а эта игра, она прям классная, разнообразная... Очень классные персонажи там сделаны, очень харизматичные. Постановка отличная, поэтому да. Поэтому игра прям топ. Для, лично для меня это да. Так, ага. Так, ну что, здесь получается... Хотя, можно даже полистрипчик-то и не делать. Ща, надо посмотреть на это изолированно. Ну, кстати, вот сюда, вот сюда. Надо сделать наконечник такой, крючок специальный, да? То есть с помощью этого крючка вот эта вот дамочка, она сможет очень-очень быстро перемещаться по локации. Ну, кстати, не смотрел с этой кожей, как выглядят туфли-то. Да, туфли хороши. Туфли хороши с этой кожей. Да, нормально так. Они еще не затекстурены, просто такие солид материалы, типа. Но в целом хорошечно. Вот, в Substance ее положим вместе с туфлями. Хотя, может быть, туфли и аксессуары отдельно будем текстурить. Да, скорее всего, да, отдельно. Ну, в любом случае, затекстурим в Substance, там, покроем нормальными материалами, там, roughness сделаем, там, карты, текстуры различные, да? Вот, как на диадему, так и на туфли. Вот, так и на самого симбиота, да? Вот на вот этого вот товарища, который у нее здесь сзади. Вот, так и будет хорошо. Так, все. Стой тут сбоку и байть. Байть. Байть мне тут всех. Все хорошо. Это такой пассивный байт. Я вроде тут занимаюсь ретопом, а байт-то вот, он работает. Байт байтится. Так.
Нет, там вообще иное управление, сам увидишь, она изначально на ПК делалась. Это 2001 год, там пеньки 3 и Каталевские пень 4 держали Мазу. А, ну понятно, Pentium 3, 4. Ну да, да, были такие времена. Когда Pentium это такой, о, у него Pentium. Сегодня пойдем все к нему играть. У него Pentium, осторожно. Так, ща надо изолироваться с ретопологией, остаться наедине. Посмотреть на нее можно даже на посмысленную. Посмысленную топологию. Вот это, предполагаю я, надо поудалять. Надо поудалять вот это. Где-то вот до сюда. Вот, да. И поприслонять, понаделать здесь даже треугольников, чтобы такой плавный был переход из одного в другое. Вот здесь тоже треугольник, иди сюда. Ух, треугольнички, отлично. Так, вот, да. Переходик такой плавненький нужен. Вот здесь вот это все поприслонять надо. Так, а ты будешь прислоняться сам к себе? А, ну даже здесь же... Да, Project Onto Itself, если что. Он делает то, что надо. Вот, да, здесь оно идеально само к себе прилипает. Опять же, нужно это для того, чтобы... Вот эта сама кожа была все-таки односторонней. Тогда ее просто будет достаточно... скинить. В отличие от двухсторонней кожи, которую скинить можно, конечно, но тяжеловато. Вот. Единственное, что... Здесь вот прям совсем тонкая такая штука, да? Вообще, насколько я знаю... Я, вернее, так и знаю, что можно постэффектом утолщать в самом игровом движке вот такие тонкие поверхности. И это было бы хорошо. Так часто делают для игры. Ой, для воды. Для воды в играх. Когда можно игровую камеру погрузить наполовину, да? То есть наполовину экрана у вас здесь подводный мир, да? Вот, а здесь у вас облачка там и все остальное. И вот в этой, у этой ватерлинии у нее есть толщина, да? Вот, по идее, следуя такой же логике, можно сделать похожий шейдер, который будет утолщать вот эту вот штуку. Торец кожи крыла. Как-то так. Надо будет попробовать. Можно, конечно, вот здесь так вот отмоделить, да, вот эту вот часть, ну, вот эту вот всю... вот так вот вперед ее выпучить. А здесь так вот ее прислонить, загнуть. Тоже как вариант. Это, наверное, как резервный вариант. Но в целом хотелось бы этого шейдером добиться, и тогда будет вообще красота. Красотища была бы. Покажи, как вот утолщать карабин. А пока я сам не знаю, но я знаю, что с водой так делают. Как нагуглю, так расскажу. Вот, ну, если что, это надо гуглить, как делать ватерлинию в Unreal Engine. Это вот что-то такое. Потому что по ватерлинии я находил. Находил материалы. Вот, и используя ту же логику, как делают ватерлинию, так и можно, я думаю, сделать с крылом. Но посмотрим, это скорее предположение мое, нежели утверждение. Но мне кажется, вполне себе. Чоп нет. Угу. Так, здесь прям... Нифига он мышечный, нифига он толстый, а? Ты чё такой жирный, чувак? Ты чё? Как ты раскачался-то так? Ну да, конечно. Помаши крыльями такими.
Чувак-то прям жирнюк. Ничего тут. Какой он это? Толстый. А воду с ватерлинии, по-моему, даже бесплатно кто-то раздавал. Ну, тем лучше, кстати, карабин. То есть, можно качнуть, расковырять блюпринты, лишнее удалить, недостающее добавить, и все. Вот она, оптимизация времени. Ну, а что, вполне. Вполне вариант. Вполне вариант. Так, а здесь, кстати, просится, знаете как? Здесь просится, во-первых, удалить вот это, а во-вторых, сделать вот такой вот треугольничек аккуратный. Ну да, так получше будет. Так будет получше. Так, вот здесь давайте прилепим это к эджу. Вот эту вот часть. Вот так сюда. Вот и чудненько. Так, к фейсу. Угу. Так, здесь прилепил, здесь отлично. Здесь ты что такое? Да, нормально. Тут, ну, такие небольшие нюансики будут при запекании normal map. Тут нужно будет, получается, сначала запечь так, потом инвертировать нормально и запечь второй раз. Затем в материале смешать их по бэкфейсингу. Как-то так. Есть предположение. Ну, вернее, так и есть. Иных вариантов нет. Так, в целом, ладно, ну-ка, это я прилеплю уж потом сам, это уж не проблема, тут ничего мудреного нового нету. Вот, да, то есть, по идее, запеченная карта нормалей, она должна сгладить переходы вот эти вот, то есть вот этого шва не хотелось бы видеть, ну, на хайпольке его нету, и здесь его не будет, более чем уверен я. Но если и будет, то совсем такой незаметный. То есть, если вспомните, посмотрите на цветкового зомби, которого делали, да? Там же у него есть разрезы. Вот, но карта нормалей их компенсирует, и поэтому в собранном состоянии этих разрезов не видно. Когда разрубаешь его, тогда уже все. Тогда уже разрез пошел. Вот, ну и здесь примерно такая же логика. Карта нормалей, она компенсирует все. Вот эти вот объектные нормали, да, вершинные вернее. И, соответственно, шва границы видно не должно быть. Так, сетоньку показываем, смотрим, что тут как. Так, по полигонажу все окей, все хорошо. А, вот эту мышцы, да, я их отдельно обозначил дополнительными такими лупами, дополнительной топологией. Это сделано, в свою очередь, еще и для того, чтобы добавить несколько морфов им, этим самым мышцам, и для того, чтобы они надувались с помощью этих морфов при поднятии, да, надуваются мышцы на спине, при опускании надуваются грудные мышцы. Вот, ну, у него тоже типа вот а-ля широчайшие, а-ля грудные. Грудные у него мощные, потому что, ну, извините, такими крыльями махать еще нужно постараться. Поэтому, да, грудные мышцы у него огромные. Но, в общем, в целом это смотрится нормально, достаточно гармонично вкупе с женщиной. Вот, ему, я думаю, сделать такие мерзенькие, реденькие волосишки. Такие вот, ну, вот такой вот длины. Такой вот длины, ну, такие небольшие, такой пушок. Особенно вот здесь вот. Ну, и где-то по крыльям тоже. Пускай он такой будет, такой... Вот, сам он такого... серо-сизого цвета какого-то, скорее всего, предполагается. Да, ну посмотрим, может быть, такие какие-то коричневые вкрапления будут. Такой цвета грязи, в общем, чувак. Вот, потому что по цветам должно все сочетаться с цветом волос, цветом кожи.
Вот, с цветом рубинов даже. Пусть это все сочетается, все будет пусть хорошо. Ну, скорее всего, как вот ремешки кожи, да, на ногах. Вот здесь вот. Только чуть более такой, поближе к хаки, поближе к цвету высохшей грязи. Вот такого цвета будет чувачок. Вот, у него здесь черненькие глазки. Такие. Ну, тоже маленькие какие-то. Просто смотрит, что у нее там за спиной. Вот, глаза у нее, кстати, черные, да, изначально. Подразумевалось, что у нее глаза будут полностью залиты черным цветом. Потому как она, ну, знаете ли, в такое время поживи вот с этим симбиотом, в симбиозе. И, соответственно, кроме тавтологии, еще и обретешь черные глаза. Вспоминаю, умираю, черные глаза, да. Вот, ресниц. Ресницы не знаю, кстати, стоит ли ей делать. Посмотрим. В целом-то это не проблема. Можно попробовать, можно не попробовать. Но в целом они большими быть не должны, потому что тут ничего не должно отвлекать внимание от глаз. От некого такого налета мутированности, инопланетности на ней, на самой женщине. Поэтому что-то такое должно быть. Бледный тон кожи мне нравится. Единственное, что надо будет ей сделать, макияж. Макияж ей надо будет сделать. Вот тоже, чтобы немножечко такой вампирский был макияж. Макияж в стиле вамп. Как-то так он вроде называется. Это Smoky Eyes. Это, да, такая растушевка глаз. Плавненько там три цвета используются. И губы тоже ей надо будет накрасить. Вот здесь, как это называется, что-то с вишней связано. Такой макияж, это когда нет четко очерченной линии губ, да, то есть ее прям так не подводят карандашом, а вот здесь она в центре максимально яркая, а здесь так вот плавненько переходит в тон кожи. И это тоже надо будет ей сделать. Так, собственно, хорошо. Ну, хотя можно, давайте переключимся на нее. Она всяко тут это симпотнее выглядит, чем какой-то инопланетный симбиот. Вот. Так. Сейчас у нее, кстати, ногти короткие. Ногти короткие. Как помните, на скульпте они у нее были длиннющие. Вот такие вот. Ну, это решается отдельными накладками. Это не проблема. Вот. Так, собственно, все, пожалуй. Пожалуй, все. Сделали сегодня. Доделали, вернее. Топологию симбиота. Все, он готов к UV-развертке, он готов к перепеканию текстур, но на него. К следующему стриму постараюсь это уже все сделать и переместить его в Substance Painter для раскраски. Вот. Саму женщину, кстати, тут только макияж, скорее всего, потребуется покрасить. Так у нее хорошо перепеклись текстуры. Перепекал я их, кстати, в Marmoset. Вот, у нее UDIM развертка, у этой женщины точно такая же, как у главного героя. Ну, собственно, сетка взята с главного героя. Вот, главный герой подморфлен до женщины. И получилась она. Я программу WRAP использовал. Вот, а разверточка у него, у нее, вернее, UDIM-ная. UDIM-ная разверточка. Вот, если ее выделить, посмотреть, вот они, UDIM-ы. Ну, здесь только в видовом окне. Вот так должно быть, по идее. Вот так-то. Вот они, UDIM-ы. Вот тут шея, лицо, ноги, руки, спина, грудь. Вот на такие секторы это разделено. Так, ну, в общем-то, все. Все, что хотел рассказать, показать, я это сделал. Спасибо, что смотрели. Давайте вот так поставим. Хотя не, поближе. Поближе сделаем, чтобы превьюшка хорошая сгенерировалась для Ютуба. Вот так. Поддержим эту картинку сейчас в течение минуты. Хе-хе-хе. Вот, потому что мне ж лень делать превьюшки для Ютуба. Я придумал задерживать просто финальную картинку на подольше. И Ютуб в большинстве случаев выберет именно вот это вот. Для того, чтобы сгенерировать превьюшку.
Так, собственно, спасибо большое, что смотрели. Жду вас через 20 минут на игровом стриме. Будем проходить Resident Evil 6. Продолжим это делать. Вот, мы уже близки к финалу. Ну, судя по логике, судя по всему остальному. Так что да, жду вас. На канал подписывайтесь, лайки ставьте. В сервер Discord заходите. Там объявления о стримах происходят. Так что все, спасибо. Скоро с вами увидимся, если вы придете на стримчик игровой. Всё, эту картиночку убирать не буду, и пусть YouTube сгенерирует. Я лучше сам так сделаю. Все, пока. My heart.